Yes, sir. Здравия, соратники! И сегодня мы разберем фильм по роману Хайнлайна. Он о борьбе с жуками. Он о мобилизации всего общества, другого общества на борьбу с жуками. Он о том, что происходило и с планетой нашей. Замечательный фильм по многим параметрам. Враг дает подсказки, как было устроено общество и как были все взаимоотношения в обществе. Замечательным образом показано право выбора каждого человека. Это как раз то, чем обладает каждый. Воспользуйся им. Реши сам, чего ты хочешь. Потому что свобода воли незыблема. Чтобы сражаться и побеждать, необходимо хорошо изучить насекомых. Эти артурианские жуки во многом превзошли нас. И это ключевой момент. Говорил, понять врага значит победить его. Победа неизбежна. Добра